Привет, меня зовут Аня Лебедева, и в этом видео я покажу, что рацион сыроеда состоит не только из воды и травы. День сыроеда часто начинается с сока, и поэтому я сделаю сок из мандарина и яблок. А поможет мне в этом Romit Dream Modern. Оставшийся жмых можно использовать в приготовлении различных блюд. И переходим к обеду. А на обед необычный суп на миндальном молоке. А готовить его будем из... Вода и мой главный помощник сегодня Dream Modern 2. Сначала делаю миндальное молоко. Далее отжимаем его. И возвращаемся к овощам. Морковь и огурец натираем на терке, а помидор и перец нарезаем вручную. И заливаем молоком. А на ужин у меня бутеры овощные. И для них я сначала сделаю хлебцы. Для этого мне понадобится морковь, чеснок, соль и лен. И Dream Modern 2 и Dream Витамин 10. Измельчим лен. Измельчим оставшиеся ингредиенты. Делаем тесто. Получилась такая консистенция теста. Выкладываю на поддон. Нарезать лучше заранее. Убираем дегидратор. Хлебцы приготовились. А теперь собираем бутерброды. Основной ингредиент авокадо, а остальные овощи можете взять любые, какие есть. А я сегодня использую болгарский перец, листья салата, огурец, томат. Приступаем!